Главная улица села к осени преобразилась. Ремонт начали в середине августа, и за короткий срок удалось провести более километра газовой трубы. Сейчас ее грунтуют, а после покрасят традиционный желтый цвет. Мы уже приглашаем людей для того, чтобы они с этой улицы согласовали прохождение трубы вдоль их заборов. Ну, так установление так называемого временного сервитута. Эта работа ведется. Мы, пользуясь как бы возможностью, приглашаем всех проживающих на этой улице, через чьи дворы пройдет труба, подойти в администрацию для того, чтобы установить сервитут. По поручению главы города средства на благоустройство села выделили из муниципального бюджета. Уже затрачено порядка 10 миллионов рублей на газификацию и более 12 миллионов на ремонт дороги. Отремонтированной трассе рады взрослые и дети. Добираться в школу теперь быстрее и спокойнее. Положение значительно улучшилось. Это просто подарок к 1 сентябрю, что в этот учебный год мы встретились с такой отличной дорогой, что ребята спокойно ездят на школьном автобусе, нету этих ухабов, ямочек, из-за которых наш старенький автобус переваливался с бока на бок, и мы очень благодарны руководству города. Ровной стала вся улица Джапаридзе, вплоть до конечной остановки Ореховка. Дальше в планах городских властей завершить все дорожные работы, провести ливневые отводы и нанести разметку. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.